Все, ребятки, мы пришли опять заниматься. Мы занимаемся все еще. Так что не думайте, что мы там не забыли тренировки. В общем, у нас день рождения нашего тренера. Доброе рождение! Ну, угощайтесь! Давайте! Ура! Костя, день рождения. И вот такая вот обстановка в обычном кроссфите. То есть прикол, отличие от тренажерки. Я думаю, понятен, здесь команда, здесь чувствуешь себя какой-то частью чего-то, да, Костюха? Каждый раз мы что-то осваиваем новое. Сегодня мы осваивали трибуну на руках. Что получилось? О! Да устали еще даже после тренировки. Давай, Настюха, отмазка. Ну? Сейчас. Настюха, нифига ты ходить можешь? Отожми сейчас. Нифига себе. Анастасия, отжимание, да? Давай, я твое лицо сниму. Я сейчас упаду, убегай. Еще раз, ребята, приходите заниматься вместе с нами. Кроссфит. Время меняться. И мы сделали для вас небольшой бонус. 3 занятия бесплатных по промокоду Паша Настя. Звоните, пишите. Мы вас ждем. Подождем. Только не подождем, ребята, а снег пошел. Я не знаю, видно, нет, вот здесь вот видно вроде. Первый снег. Мы, может быть, не снимаем видео, но мы продолжаем сюда ходить. И нас вообще очень сильно радует занятие таким спортом, как кроссфит. Приходите, ребята. Номер сейчас написан на экране. Звоните, записывайтесь. Первые 3 тренировки бесплатно по промокоду Паша Настя. Реклама. Такая, знаете, реклама, которая не портит ни хрена никому ничего. Не заставляет вас платить деньги. И просто дает шанс попробовать занятия спортом. Ребятушки, привет. Зима уже наступила. Я вас с этим крайне поздравляю. Только наоборот. Что значит слово наоборот? Поздравляю, Настюха. Не поздравляю. Я вас с этим не поздравляю. А мы зато наконец-то надумались пойти и встретиться с той самой собакой, которая завоевала 300 тысяч населения России. Джек Рассел Хаски Терьер Маски. Ну, Хаски, короче, Джек. Вот, сейчас мы идем. Скоро, я думаю, мы уже увидим. Он где-то будет вот там, вдалеке. Скорее всего, очень. Да он не скорее всего, он очень вырос, ребята. Ну да, потому что мы еще его видели малюсенькой совсем. А сейчас столько времени прошло. Буду снимать встречу тех двух ребятулечек, которые друг друга так любили. Вот эти кадры сейчас ставлю. Итак, вспомнит ли... Бать, он здоровый, Настюха. Вообще, смотрите, он просто волк. Огромный волчара.
Ёлки-палки. Как мы выросли, ё-моё. А меня-то узнал 100%, да? Блин, походу и меня не узнал. Джек? Капец, ты здоровый, скотина, хотел сказать, но хорошенький. Да не больше, не больше. Смотри, он тебя нюхает, он уже. О, прыжок такой. Чуть Наську не выкинула. Ну, Джек, ну, стой, на. Тя-тя-тя-тя. Джек, выгуливай ее. Джек, 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 иди сюда, на. Папа, погуляйте с ними мороженку. Куда? Погуляй. За мороженкой? Джек, иди сюда. Хозяйку потерял, хозяйку потерял. Джек, пошсядь, пошсядь. Ты, вратаны, ты. Джек, Джек, Джек. Красавчик. Короче, он вообще прям безобразный ребенок. Да не помнит он тебя. Ну сфоткайся с ним. Мороженку купи. Сидеть, сидеть. Кушать мороженку у нас. Нифига он ее ест. Это же он ее как-то ест. Облизывайся. Джек. Мамка, мамка, дай еще. Ты же не обманешь. Дай мне, отдай. Помнишь, как раньше, Настя? Помнишь тот момент на видео, где ты ему жопу чесала? Да. Ну-ка, уложи его жопу почесала. Это стоило того? Это мне вообще не помогло. Нет, ноготь ведь сломал. Ты смотри, что ты сделал. Так больно, вообще еще по ноге. Ты что, где ты уже? Блин, ты достал меня уже! Ай, довольный. Вот такие вот собаки. Правильно, иди к нам. Больно. Ну, обойди ты. Ну, обходи, давай, Джек. Ты сможешь это сделать. Джек, иди. Джек, ну давай. Ну, не издевайся над собакой. Что я сделаю? Обойди сама, что сделай. Правильно? Я как будто на квадрокоптере, Джек, подъехала. Джек, иди его цик-цик-цик к себе, чтобы он на тебя выхел. Я же не Джек,
квест. Настя сказала, что она его поднимет. Я вылез, да? Он просто в шоке, у него сейчас яйца отстегнутся, мне кажется. Не можешь быть! А, хвост! У него хвостик шевелился по руке, думал. А целоваться будем? Джек. Джек. Джек, с пацанами не целуются, да? Педик. Давай, покажи, Настя, как нужно ходить с хаски. Как нужно ходить с хаски, да? Че, Настя, целуйся, ты не поцеловалась с ним ни разу сегодня. Я же тебе разрешил изменить. Он не хочет, он... Давай, он со мной даже поцеловался, давай. Ну? Ну так ты держи его к себе. Он шарфа твоего боится. Короче, ладно. Ну и все. Джек, давай, пока. А, ему вообще пофиг уже. Вот и закончилось путешествие с собакой. С Джеком. Мы увиделись с ним наконец. В общем, итогом дня вот мы попрощались уже с Джеком окончательно. Стал ноготь Настин сломанный. Ребят, простите, но... Она как бы вам не хочет факт показать, это сон получается. У меня, знаешь, еще что? У нее еще синяк. У меня вот тут сильно так... Смотри, как у меня опухло. Да, Настя, там так опухло вообще, прям жесть. Я тебе говорю, вечером там будет синяк. Все, вечером будем снимать, значит, видео. В общем, повзрослел, не поумнел еще пока что. И поэтому все в 10 раз сложнее, чем было. И все игры с ним. А, ну хотя вот он сейчас с людьми не играет, он просто постоянно. Просто, да, как бы так все быстро-быстро. Быстро-быстро и мощный такой. Вот такие вот петухи. Петухи. Ой, дела. Так, ребята, спасибо большое за просмотр. Крайне приятно. Еще крайне приятнее то, что вы пишете ВКонтакте и во всех соцсетях. Но, к сожалению, в последнее время тяжело отвечать, правда, на все сообщения. Но спасибо, есть прямо очень-очень-очень крутые сообщения и очень много пропущенных, более 5000, но ну нереально, правда, стало отвечать. Вот. И еще хотелось бы анонсировать, недавно ВКонтакте мы проводили опрос, нужна ли прямая трансляция, вот, в которой мы сделаем вам всем сигны, сделаем вам ну вот эту вот всю чушь, которую мы не воспринимаем, но вам она кому-то нравится. Вот, ответим на все вопросы и так далее. И вы написали, что да, очень много было положительных ответов. Мы решили, да, давайте сделаем. Только это нужно приурочить к какому-то событию. А событием будет 100 тысяч подписчиков на этом канале. Здесь осталось всего 19, 81 уже есть. Поэтому дерзайте. И мы сделаем прямую трансляцию и сделаем всем-всем-всем сигны. И вообще будет все классно. Давайте, ребят, всем вам счастья, добра, и ставьте лайки, не подписывайтесь, и не будьте плохими дядями и ребятами. Будьте счастливыми и здоровыми. Вот.